Уникальная выставка живописи открылась в Славянской картинной галерее. В ее залах одновременно выставлены сразу 4 художника, причем все они из одной семьи. Картины каждого, даже на непрофессиональный взгляд, сильно отличаются не только тематикой, но и манерой письма. На торжественном открытии персональной выставки семьи Котелевских побывали и мы. Творческая элита района собралась в Славянской картинной галерее, чтобы горячо поприветствовать авторов прекрасных картин, открывших здесь свою персональную выставку. Семья Котелевских из Краснодара уникальна сама по себе. Не часто встретят, чтобы муж, жена и двое их детей являлись профессиональными художниками. Как утверждает Елена Котелевская, старшая дочь Людмилы и Вячеслава, сомнений с выбором профессии у нее не было, ведь живопись окружала детей в этой семье с первых дней жизни. Все писали вокруг, все работали, и родители, и друзья родителей. Они выезжали на творческие дачи, ездили, и мы крутились где-то под ногами. И все это было на наших глазах, вся эта кухня впиталась, видимо, в нас. Хотя картины экспонированы в зале вперемешку, распознать авторство не составляет труда. Елена взяла для себя пастельность гаммы от отцовской манеры и динамичность мазков от матери. Экспрессивные работы Людмилы спутать с другими невозможно. Мазками автор дает выход своей энергии, сокрытой за тонкой женственной натурой. Я вот была, если в домах творчества, мне говорили, такой скрытый, сильный мужской темперамент. Так оценивали, комиссия оценивала, лично в моих работах. Глава семьи Вячеслав, как утверждает его дочь, при очень суровом характере пишет удивительно светлые и нежные картины, наполненные сельской романтикой и туманом. Сделать персональную выставку в Славянске для Вячеслава значит многое. Ведь наш город является его родиной, наблюдать за развитием которой для него счастье. С детства я научился на велосипеде ездить. И ездил это по всем этим вот местам, и Славянску по всему. Я вот район это вареневарочного комбината, это вот тот район. А так он постепенно становится более красивым, обустраивается. Вот как бы появились вот музеи, выставочные залы. Не приехал на открытие выставки сын Котелевских Дмитрий, но его работы, написанные с натуры в Новой Зеландии, очень оживили экспозицию. Пронзительное небо, море и яхты, выполненные акрилом, притягивают взгляд своей необычностью. Основная часть работ, представленная на выставке, выполнена маслом, но есть и другие техники, которые оценили зрители. Очень впечатлили работы Людмилы. Просто, я не знаю, супер акварель. Уважаю людей, которые занимаются акварелью. Это очень трудно. Я не знаю, я считаю это труднее даже, чем масло, потому что и в таком стиле работать не каждый работает. В том смысле, что по-сырому, как-то по-мокрому, и уловить те моменты, их надо писать быстро, чтобы не успело просохнуть. Для этого нужен высокий профессионализм, а это у вас есть. Члены поэтического клуба «Славяне» и ансамбль скрипачей подарили собравшимся свое творчество. А Котелевские, в свою очередь, подарили картинной галерее 4 своих работы. Мария Климова, Игорь Ванчугов, программа «События».